Авария произошла в субботу около 3 часов дня недалеко от заправки «Роснефть». На место происшествия выехала группа по разбору ДТП и бригада скорой помощи. Сотрудники полиции установили, что водитель автомобиля «Мазда» при движении нарушил правила маневрирования и допустил опрокидывание автомобиля на крышу. При этом иномарка столкнулась с автомобилем «Субару». Как оказалось, перевернутой в результате аварии «Мазда» управлял несовершеннолетний 16-летний житель Сочи. Он получил травмы и был госпитализирован в детскую городскую больницу. Водитель второй иномарки не пострадал. По факту ДТП проводится проверка, устанавливаются обстоятельства, при которых несовершеннолетний, не имеющий права на управление транспортным средством, находился за рулем автомобиля.